Всем привет, продолжаем путешествовать, находить какие-то милые места. Хочу вам показать памятник. Памятник актеру Донатасу Баниониусу. Скульптура Юрчиса. Скульптура появилась в 2008 году, еще при жизни актера, в городе Друскininkai, Литва. Я просто там отдыхал, походил, бродил, смотрел, чтобы интересно такое вам показать. Вот такой красивый памятник. Действительно, очень известный актер Донатас Баниониус. Советский, литовский актер театра кино, театральный режиссер, народный артист СССР, лауреат национальной премии Литвы в области культуры и искусства. Достаточно такая серьезная у него фильмография и различные очень много ролей в театре. Просто перечислить действительно очень много. Вот. Ну, вот такой памятник, чтобы люди знали, что есть такой памятник в городе Друскininkai. Кстати, вот такие данные я нашел в интернете, в Википедии, что Путин сказал, что решил стать чекистом после просмотра фильма «Мертвый сезон». Был такой, я считаю, один из удачных, знаменитых фильмов про чекистов. Просто суперфильм с Донатасом Баниониусом. Он играл роль офицера разведки. И вот после этого фильма Путин решил стать чекистом. И, по словам Баниониусов, Путин подтвердил этот факт при личной встрече. Вот такая вот, понимаешь, история. Ну, посмотрите, красивый памятник. Сидит человек на скамейке, задумчивым лицом, умным. Это актер, режиссер театра и кино Донатас Баниониус. Город Друскininkai. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Показал вам такой небольшой, милый памятник. Пока-пока.